больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет. Родился Он в пещере. Пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда ютиться. О, люди, разве можно так Иисусу относиться? Для вас любовь и благодать принес Он с неба даром. А вы какой решили дать Спасителю подарок? Иисус Христос, когда тебя не примут люди где-то, то я приму тебя, любя, зимою, так и летом. Ты приходи ко мне всегда, я буду ждать и верить. Тебе в душе моей всегда открыты будут двери. Аминь.